9, на следующую модель Kawasaki. Она какая красивая. Но самое прикольное, что она разгоняется до скорости 450 км в час. О. Интересно, на такую скорость что делать? Так убиться нахер можно. Еще красивая машина. О, единственный экземпляр в России. Обалдеть. Наверное, стоит. Моя зарплата только на бибику хватит. Самое интересное, вот я вот 350-я, 2004 год, я думал, они уже давно не выпускаются. Оказывается, их выпускали. Ну, в принципе, дизайн не айс, на мой взгляд. Бэха. Странно. Почему пишут, что 2018 год? 2018 год только начался. Или это типа того, что перспективная модель? Тоже фара как это, не айс.